победит. Попробуем. Самые успешные лидеры поверят онлайн здесь, в этом зале. Остальные дома. Мы им передадим привет. Да, привет всем. Пусть пожалеют, что они здесь нет. Очень пожалею, потому что все ваши сторис, все видео, все пошли в соцсети, в группы, в чаты, на каналы. Правда же? Правда, все. Потому что вы активнее. Ну что сказать? Уже сказали, меня зовут Валентина Афанасьевна. Прошу любить и жаловать. Я на пенсии. Уже давно. Много успеха, возраст не помеха. Это мой девиз, мое кредо. Ну, это касается и вас, всех молодых, потому что возраст не имеет никакого значения. Абсолютно. Вот, я с вами только молодею. Сразу хочу сказать, вчера, позавчера со мной встречались, вот вы знаете, вы должны передать такие чувства, все подходят, Валентина Афанасьевна, вы нам помогаете на теплом круге, на марафоне, да? Мне так приятно, вы вот даже не представляете, как это приятно, что сделали людям доброе дело. Организовали марафон и учим рекрутировать, ну вы знаете, да, наш вектор, рекрутинг. По теплому кругу оплатим онлайн. И всех приглашаем на этот вектор, если кто-то еще не был. И кто-то не был, поднимите руку, кто не был. Ну, все, будете. Без этого вам никак. Сейчас я вам фишки открою и вы придете. Еще других приведете. Рассказывать историю свою я не буду. Посмотрите на ютубе. Она у меня записана. Я вам коротко просто скажу. Мне там упал, мне его здесь даже нет. Все в голове. У нас все в голове. Дело в том, что вот в первую очередь нужно принять решение. Как только вы решение приняли, ради чего, чего-то вы будете делать. Так было у меня. Моя мечта была заработать доход к пенсии. Вот к своей пенсии. На каких путешествовать? Моя мечта была, ну не совсем, наполовину, я еще буду путешествовать. Сейчас доход мой, сумму я не скажу, но в 7 раз больше, чем моя пенсия. Ну, можете посчитать. И я путешествую. В прошлом году мы с мужем на машине, которую мы купили здесь, заработали деньги, проехали, да? На машине путешествовали в Крыму. И мы там не только отдыхали, но встречались с лидерами нашего проекта. Представляете, у нас новые друзья, они в другой структуре совершенно, но они приняли нас как родных. Вы можете представить, что мы вот путешествуем, да, и встречаемся с лидерами, как мы вот с вами. В этом году мы посетили Северный Кавказ, Ессентуки, Минводы, Кисловодск, Пятигорск, Железногорск. И нас приняли гостях, как родных. Валентина Оломская, огромное тебе спасибо. Валентина Шенникова, я их не вижу. Привет, привет. Эти девчата, вот вы знаете, это они тут рассказывали, работают лидеры. Они такие люди, такие душевные. Они нам такие экскурсии провели, как экскурсоводы. Вообще таланты, таланты. И если вы хотите куда-то путешествовать, приезжайте в Северный Кавказ. Минеральные воды, да. Отлично. Ну, конечно, мы где-то были по дороге останавливались. Это Балакова, регистрация. Вот мы останавливались в Волгоград, регистрация. Люди хорошие живут. Они нам квартиру сдавали, мы снимали. Ночевали, ехали дальше. Вот. Нет, я не рекрутирую. Ну, как бы так, в смысле слова. Я просто дарю людям возможность. Ну, как хорошим людям не подарить? Я не могу себе это позволить, не подарить возможности. А какой они выберут, это уже сами здесь определяют. Ну, вы знаете, у нас возможности, да? Сегодня много про них говорили, кстати. Ну, вот, моя история. Чуть-чуть подскажу. Я, значит, проект пришла, мне понравилось преимущество. Я их составила как минимум 20 преимуществ и начала работать. А вы знаете, что вот признание для каждого человека важно? Кто любит признание? Кому понравилось, что сегодня поздравляют? Поднимите руку. Всем понравилось, мне тоже нравится. Надеюсь, меня поздравят. Нет. Поэтому я каждый каталог, каждый период, да, начинаю с 6%. Выходила на новое звание. Ну, что там сидеть на 6%, когда можно делать уже? Ну, ускучим уже. Каждый свой день рождения мы отмечали новый статус. Я думаю, не нашла, Александр. Извини. Ну, первый статус директорский, вы знаете, да, конечно, хочется быть директором. Однозначно. Кто-то на баночки пришел, кто-то на покупки. Я пришла на бизнес. Ну, и меня никто не приглашал, такой хороший, умный, веселый. Кстати, я сама искала проект, нашла, и, ну, потом расскажу еще про вас. Короче, смотрите, кто на маленьких процентах, вам совет, можете записывать. Каждый каталог, вы выходите на новое здание. Вас поздравляют, чествуют в чатах, да, с 12% на проекте. Так вот, я хотела, чтобы на
проекте меня поздравили. Была такая доска почета. И я устроила соревнование. Я увидела на доске почета девушку с нашего города. Я ее знала по контакту. Смотрю, она у меня 19%, вице-директор. А я-то что сижу? Она-то вице-директор. Я начала с ней соревноваться. Она не знает об этом. Я ей не говорила. Но мне это нужно, соревнование. Понимаете? То есть вот, добиваться своей цели. Мне вот это интересно. Конкурсы, я участвую в различных. Вот когда объявляю там компанию. Что-нибудь такое. Ну и здесь. Конечно, я стала директором, а она нет. Я ее обогнала. Есть. 12% и моя фотография на доске почета. О, круто! Я это сделала. Команда наша называется «Достижение». Не зря так называется. И для нас, вот даже маленькое достижение, вот уровень, да, 6%, это уже достижение. Научилась я настраивать, это позже уже реклама. Для меня это достижение. Научилась я там в Инстаграм работать, достижение. И знаете, что я делаю? Видите себе на заметку. Где трудно, где я боюсь, я иду туда. Я иду туда и делаю. Значит, в Инстаграм все прямые фильмы проводят, такие все умницы, такие все красивые, шустрые. Я тоже хочу. И тут мне помогла Аня Кононова. Спасибо большое моему наставнику. Она в директорском кличке кинула. Кто хочет прямой эфир со мной? Я. Я говорю, Аня, мне только скажи, какие кнопочки нажимать, заходить и выходить, и там завершить. Ну, потому что я не знаю, я первый раз. Она мне сказала. Я говорю, там все сама сделала, ты только поприсутствуешь. Вот помощь, придется в следующий раз самой смотреть, делать, как-то пробовать. Вышли мы с ней на прямой эфир, она мне задавала вопросы. Это было интервью. И, причем я с ней сижу, разговариваю, никого не вижу, не знаю. И мне как-то свободно отвечали на ее вопросы. И мне так понравилось. Есть, я это сделала, новое достижение. Представляете, для меня это Инстаграм. Если там некоторые еще даже не выходили, а я уже там прямые эфиры провожу. Такая интересная. Молодая женщина. Секундочку еще. Потом мне это пригодилось. Когда это марафон проводим, я проводила эти прямые эфиры для теплого круга. Потом записывала на YouTube и выгружала. А потом мою историю всем показывали. Вот у нас Валентина Афанасьевна. А мне это как приятно. Из меня берут пример. Так вот, я сегодня открою вам тайну. Мне уже все подходят, спрашивают, как это у вас получается? Вот регистрировать вообще незнакомых людей, вот получать эти регистрации. Вот спрашивай, да, девчонки. Открываю вам секрет. Надо. Пусть придут на мой прямой эфир. И я снова расскажу. Кто только тем, кто придет. Как только так сразу. Вот еще. Вы все приехали с командой. С командами, да. А у нас семья в семье. Семья, да? Это сказали... Этот проект «Семья». Так у нас семья в семье, в проекте. Это сын Максим, вы уже все увидели сегодня, познакомились лично. Оксана, дочечка. И еще мой муж Владимир. Он остался дома с внучкой сидит. Потому что бабушка здесь выступает. Вот. И, да, внук у нас работает в офисе, заказы дают, ему 16 лет. Это Максимович. Так что вся семья у нас в этой большой дружной семье. Понимаете, да? Еще команда со мной. Александра Васильевна Манышева, вице-директор. Нас не 136 лет. Вместе. Люда Курочкина, вообще супер актричек. Она открыла пункт выдачи, несмотря ни на что. Вот здесь говорили, несмотря ни на что, она открыла пункт выдачи. Ей не разрешают, она открыла. Ну, потому что она умная, она обратилась к наставнику. Валентина Афанасьевна же не откажет. Валентина Афанасьевна всем поможет. И все, открыла пункт и работает. И она еще королева консультации у нас. У нее 452. Вы вообще активчик. Представляете, какая команда? Еще одна девочка заболела, вот не пришла. Вот недавно познакомились, она 74 балла делала. Я только подумала, в Москву же еду. Мне, наверное, в Москве консультанты, и она у меня появилась. Вот заболела, не пришла. Вот зато у меня здесь, в этом гостинице у меня консультант 2019 года. Мы же здесь уже были. Помните, кто был? Да. Она очень хорошо меня встретила. Мы уже друзья. Я же снова приехала. Да. На форуме тоже консультант. Мы вчера с ней поговорили очень хорошо. Да, моя фишка – это личные встречи. По телефону, вайбер, ватсап, телеграм. Вот так, лично. Личные встречи. Это моя фишка. Я люблю лично встречаться. Дело в том, что это
ответе узнаешь. Вот. И еще, знаете такой метод обраткой? Кто знает метод обраткой? Никто не знает? О, вы кто знает? Мы только что его придумали, название. Да, и, ну скажу я вам, ну когда? На вебинаре? Вот что-то против. Давайте по группе, я продолжу. Это невестка, дочка моя, она микрофон меня заберет. Я говорю, ну у меня 5 минут прошло еще. Сейчас 4 часа не наблюдает. Смотрите, а вот спам работает, работал, работает и будет работать. Все говорили сегодня про спам. Слышали? Да? Так меня тоже вот этот спам присылают. А я их регистрирую в свою команду. Это и есть метод обратка. Обратка принесла. А, нет, ну, я не выполнила свой план, который я писала. Значит, вначале я работала по теплому кругу. Темный круг меня знает, доверяет, я им говорю правду, да, правду говорю. И знаете, вот запомните, что мы делаем. Мы не то что рекрутируем, тут работаем, мы, значит, решаем социальные вопросы населения. Это серьезно. Мы помогаем людям получать достойный доход и жить лучше. Мы места рабочие предоставляем. Кстати, это, я еще консультирую по налогам, я приглашаю всех предпринимателей и самозанятых в мой чат, и твой и чат самозанятых. Я вас проконсультирую. Я налоговый инспектор, проект провели онлайн. Самозанятый онлайн. Вот, эксперт по онлайн-маркетингу. А вот мне коротко. А, желаю вам новых званий и новых достижений.